Привет, друзья! Сегодня вечер рабочего дня. Жена с сыном работают во вторую смену. А мы сидим дома с кокосом вдвоем. Как-то в одном из роликов я обмолвился, что хотел бы поговорить на тему общения со своими питомцами. И какой результат из этого может выйти. И сегодня я решил это сделать. Так вот, из нашего личного опыта хотел бы отметить, что мы заметили, когда общаешься с собакой, словесно, плюс жестами, плюс интонация, у собаки развивается интеллект. В процессе игры собака невольно запоминает ваши слова, поступки, а иногда и предугадывает ваше поведение. И сейчас я бы хотел продемонстрировать вам, как кокос по команде будет искать и приносить различные вещи. Это видео я постараюсь сделать без монтажа, чтобы этот наш социальный эксперимент был честным. Начнем? Начнем, кокос? Пошлите! Социальный эксперимент. Кокос, принеси копытца. Копытца принеси. Где копытца? Копытца. Только копытца. Где копытца? Нет, копытца, копытца, копытца. Где копытца? Ищи копытца. Где копытца? Не-не-не, копытца, кокос. Не-не-не, где копытца? Ты куда положил? Давай его. Вот оно, молодец, кокос. Молодец, молодец, ты умница. Стой. Стой, молодец, кокос, молодец. Подожди. Стой, кокос. Кокос. Кокос, подожди. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Стой, подожди. Кокос, а где? Кокос, а где мячик? Кокос, мячик, принеси мячик. Подожди, мячик принеси. Кокос, 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 подожди. Я знаю. А где мячик? Мячик, подожди. Кокос, мячик где? Мячик. Кокос, где мячик? Мячик принеси. Мячик, мячик. Где мячик? Ищи мячик. Ищи мячик. Мячик. Где мячик? Кокос, мячик где? Мячик, мячик, мячик. Ищи мячик, ищи мячик. Ищи мячик. Давай, где мячик? Молодец, кокос. Молодец, кокос. Молодец. Молодец, кокос. Молодец, кокос. Все, умница, умница, умница. Стой, кокос, кокос, кокос. Кокос, стой, 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 стой. Кокос, кокос. А где игрушка? Кокос, где игрушка? Где игрушка? Иди ищи. Игрушку принеси. Игрушку. Любую игрушку принеси. Молодец, молодец, кокос. Молодец. Молодец. Любую, любую игрушку. Молодец. Всегда мишутку тянешь. Молодец. Ты умница у нас, кокос. Ты умница. Ты умница. Молодец. 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 Молодец, кокос. Давай. Стой. Молодец. Сейчас. Сейчас, друзья. Я еще... Стой, 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 стой. Я аккуратно мячик сейчас спрячу. Стой, стой, иди сюда. Иди сюда. Так, сейчас я подожди. Я тоже уберу копытца сейчас. Стой. А то он слышит это слово. Пусть он ищет. Кокос, ищи копытца. Где копытца? Кокос, подожди. Нет, нет, нет. Где копытца? Где копытца? Где копытца? Копытца. Вот оно, копытца. Нашел, кокос, копытца. Молодец, кокос. Молодец, нашел копытца. Молодец, умница. Кокос, стой, стой, кокос. Кокос, подожди, подожди. Кокос, а где мячик? Мячик, найди мячик. Где мячик? Ищи мячик, где мячик? Молодец, 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 кокос. Ты умница. Ты умница, кокос. Ты умница. Молодец. 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 Вот, ребята, о чем я хотел сказать. С животными надо разговаривать. Когда с ними разговариваешь, они все запоминают. Все-все-все запоминают. Да? Молодец, кокос. Молодец. Умница. Хороший, хороший ты пес, кокос. Хороший, молодец, молодец. Кокос, где игрушка? Игрушка, давай, игрушку, принеси игрушку. Ищи игрушку. Где игрушка? Вот, игрушки у нас всегда в коробочке. Он все из коробочки тащит, это у него игрушки там.
Какую вытянет? Вот, сейчас вот эту вытянул игрушку. Молодец! Молодец, Кокос, молодец! Ты умница, Кокос, ты умница! Кокос, сидеть! Ребят, мы сейчас хотим научить Кокоса еще одному слову, чтобы он его выучил, и этот предмет он всегда приносил. Это будет слово гантеля. Кокос, гантеля, гантеля, гантеля. Дай гантелю. Кокос, дай гантелю. Дай гантеля. Гантеля. Дай гантелю. Молодец, Кокос. Гантеля. Где гантеля? Гантеля. Дай сюда гантеля. Гантеля. Дай. Молодец, Кокос. Молодец. Молодец. Гантеля. Кокос. Гантеля. Где гантеля? Где гантеля? Кокос, молодец. Гантеля, гантеля. Дай гантелю. Кокос, дай, дай гантелю. Дай, дай, молодец. Дай гантелю, дай гантелю. Молодец. Молодец. Это абсолютно новое слово для кокоса. Мы никогда его не употребляли. Из-за этого он сейчас слушать не будет, но он запомнит обязательно. Через неделю, через две он запомнит это слово. Гантеля. Если повторять так, каждый день чуть-чуть и чередовать те предметы, которые он знает, просить, чтобы он принес. И новые предметы тоже. И он так запомнит. Дай гантелю, дай гантелю. Дай гантелю, гантеля, гантеля. Гантеля. И надо говорить четко это слово, четко. И желательно, чтобы слова, они были разные, чтобы они были не похожие. А так сложно собаке. Дай гантелю, гантеля, дай гантеля. Молодец, Кокос, молодец, Кокос, молодец, да? Вот так мы потихонечку, потихонечку и выучим, да, все? Да, молодец, Кокос. Это гантеля. Ну что, Кокос? Давай сегодняшний эксперимент на этом мы закончим. Хорошо? Ребят, на этом мы наше видео закончим. Любите и общайтесь со своими питомцами. А кто не подписан на наш канал, подписывайтесь на Кокоса. Пока.